Современный научный и промышленный потенциал отрасли обуславливает переход к качественно новым видам производств, гибким производственным системам, способным автоматически определять и поддерживать оптимальный режим изготовления деталей. Интегрированные гибкие структуры открывают путь к организации автоматизированных участков, цехов, заводов, способных в кратчайшие сроки перестраиваться на выпуск новой продукции при минимальных затратах материальных, энергетических и трудовых ресурсов. Использование систем автоматизированного проектирования обеспечивает автоматизацию всех этапов проектирования, от моделирования с учетом жизненного цикла изделий до разработки технологий и управляющих программ. Конструктивные изменения выпускаемых изделий могут вноситься в процессе производства. Большое внимание на современном предприятии уделяется автоматизации механической обработки деталей. Основное требование ГАП механообработки – обеспечение законченного цикла изготовления деталей от складов и заготовительного производства до финишного контроля и упаковки. Для обеспечения гибкости и надежности процессов сбора и обработки информации управление такими системами строится по иерархической структуре, реализуемой на базе локальных сетей ЭВМ и стандартных аппаратных и программных интерфейсов. Применение накопителей аккумуляторов и межоперационных стеллажных складов с автоматическими штабелерами обеспечивает быструю адаптацию системы при сбоях и неисправностях в отдельных ее звеньях или при нарушении ритма подачи заготовок. Неотъемлемая часть современного предприятия – штамповочное производство. В настоящее время созданы гибкие производственные модули, которые, хотя и не выполняют в полной степени функции ГАП, являются реальной основой поэтапного создания гибких автоматизированных участков, цехов, производств. Модули включают в себя стандартное прессовое оборудование, транспортные устройства, цикловые и позиционные роботы и имеют связь с автоматизированной транспортно-накопительной системой и системой управления участками. В ряде случаев прессы дополняются сверлильными фрезерными головками, что повышает гибкость и производительность оборудования. Оснащение автоматизированной системы сменой технологической оснастки, системами контроля, диагностики и управления технологическим процессом, связь с единой транспортной системой предприятия завершит процесс преобразования гибкого модуля в гибкое автоматизированное производство. Для производства гальванопокрытий на предприятии используется разработанная в отрасли модульная автооператорная линия ЛАК. ГАП гальванопокрытий, кроме технологического оборудования, дополнена транспортно-накопительной системой, системами, обеспечивающими обмен подвесками между автооператорами линий и общей транспортной системой производства, а также системой автоматического контроля. Гибкое автоматизированное производство печатных плат оснащено системами линия 1 и линия 2 и обеспечивает выполнение всех операций от изготовления заготовок и получения рисунка до окончательной обработки и финишного контроля. ГАП печатных плат наиболее эффективна в условиях серийного и мелкосерийного производства при частой смене номенклатуры. Группы модулей по производству одно- и двусторонних печатных плат, а также целые линии, объединяются транспортно-накопительными системами и единой системой управления.
Линия отравления меди наделена системой регенерации растворов, что обеспечивает значительный выигрыш с точки зрения экологии и экономии материалов. Весьма рационально пакетное сверление печатных плат на многошпиндельных высокоскоростных станках с твердо сплавными свертлами. Комплектующие изделия электронной техники со сосредоточенными параметрами перед установкой на печатные платы должны пройти технологический контроль. Внедрение программно-управляемых измерителей позволяет автоматизировать процесс измерения характеристик комплектующей с выдачей результатов в цифровом виде. Устройство автоматического контроля обеспечивает проверку от нескольких тысяч до десятков тысяч радиоэлементов в час. В изготовлении аппаратуры передачи и обработки информации наибольшую долю, около 50% в общей трудоемкости, занимают сборочно-монтажные операции. Основа построения ГАП сборки узлов на печатных платах – сборочные манипуляционные автоматы комплекса «Трасса», которые используются в условиях многономенклатурного, серийного и крупносерийного производства. Система управления строится по многоуровневому модульному принципу, с тем, чтобы в дальнейшем можно было наращивать и перегруппировывать модули. Это позволяет реализовать весь комплекс командно-программных функций, необходимых для работы автоматов как автономных систем. Гибкие производственные модули объединяются в группы, гибкие комплексы, включающие модули пайки и сушки. Благодаря автоматизации процессов обработки измерительной информации существенно сократились затраты времени на собственные измерительные операции, что сделало их соизмеримыми по длительности со вспомогательными. Актуальной остается задача автоматизации вспомогательных операций в процессе контроля. Вполне современно производство гибридных интегральных схем по толстопленочной технологии с применением новой элементной базы. Комплекс оборудования «Темп» включает в себя модули нанесения паст, вжигания, подгонки номиналов элементов схемы, автоматы установки навесных элементов. Управление процессами обеспечивает электронно-вычислительная машина. Керамические подложки отличаются дешевизной, повышенными техническими и разрешающими возможностями. Применение гибридных интегральных схем улучшает организацию ремонтообслуживания готовых изделий. Важнейшая задача современного предприятия – реализация программы технического перевооружения и переход на основе гибких автоматизированных производств к новой технологии, сориентированной на стратегию ускоренного внедрения.